Всем привет, с вами Супердог. Сегодня я буду проходить все три части Geometry Dash, тем самым зарабатывая ачивки и скины. Для начала я засейвлюсь. Я создал новый аккаунт. Вот он. Сейчас я по-быстрому пройду там. Ну, давайте best processing. Готово, я прошел быстрый процесс. Вот мы. Так, аккаунт. Сейв. Готово. Это лицензионный Geometry Dash. Я вам сразу так скажу. Ничего я нигде не скачивал. Ладно, давайте приступим. Доказывать я вам это не буду. И не хочу. Если хотите, чтобы я вам это доказал, то в следующем видеоролике. Давайте приступим с Geometry Dash. Ну, давайте Meltdown. Так. Аккаунт не назовете? Да. Давайте лот. Готово. Нужно еще засейвить. Готово. А, я все три прошел. Воу, я даже не заметил этого. Ладно, давайте вот эти приступим с Geometry Dash World. Вот давайте с Geometry Dash World.
Так, несколько уровней я попроходил, поэтому сразу вот. Давайте вот. Так. И сразу. Хотя нет, не сразу. Пройдем уровни и тогда. Начнем. Я забыл. Полезная игра.
канале еще не было видео про Geometry Dash. Я так отдельно играл, не снимал про него. Вот я и снимаю новый аккаунт наш. Ну, мой. Ага. Так, ну у нас осталось Geometry Dash Sub-Zero. Его я не уверен, что пройду с первого раза. Старт легкий уровень, я его с первого раза пройду на две монетки. Я и на том аккаунте еле-еле на три монетки прошел. Эту монетку не так легко взять. Ног ем, ноги ем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Да, блин, ёпта. Ладно. Да грибаная реклама. Ладно. Продолжение я сниму в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!